Компания «Вико» – одно из крупнейших предприятий на рынке бытовой техники России. Сегодня это один из пяти лидеров по производству и продажам крупногабаритной техники для дома. Впервые эта торговая марка появилась в нашей стране в 1997 году, а в 2005 было принято решение о строительстве завода «Вико» во Владимирской области. Всего за год предприятие построили с нуля. Инвестор вложил более 90 миллионов евро. В октябре 2006 года новый завод торжественно открыли. Сегодня здесь производят более 600 тысяч стиральных машин и 400 тысяч холодильников. Производственные мощности здесь ежегодно обновляются. Новейшие технологии и оборудование позволяют постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию. На заводе трудится больше 1200 специалистов. Какие же условия работы им предлагают? Обучение по системе наставничества, бесплатное питание, конкурентоспособная зарплата, посменная работа, бесплатное обучение английскому языку, возможность получить высшее образование по системе софинансирования и, конечно, карьерный рост. Инвестиционная привлекательность сегодня тема более чем популярна. Ее обсуждают на федеральном, региональном и на муниципальном уровнях. На самом деле создаются сайты, создаются площадки для потенциальных инвесторов, но наша задача сегодня выяснить, насколько успешны все попытки сделать регион привлекательным для инвесторов. Поможет нам в этом компания, которая работает на территории региона практически 10 лет. Мы говорим о торговой марке «Бико». Техника этой марки начала продаваться в России в 1997 году. В 1999 было открыто представительство компании в нашей стране, а уже в октябре 2006 открылся собственный завод в городе Киржач нашей области. И тогда же было запущено производство. Сегодня мы поговорим со Станиславом Мирошниковым, директором по производству ООО «Бико». Скажите, пожалуйста, почему для строительства завода был выбран именно наш регион, Владимирская область? В процессе подбора площадки рассматривалось три варианта. То есть это рассматривалась Московская область и две площадки в Владимирской области. Это Киржачский район и город Муром. И все-таки в Киржачском районе наиболее привлекательные условия нам предложили. То есть очень хорошая площадка, развитая инфраструктура, газ, электричество, железная дорога рядом и автомобильный транспорт. Скажите, пожалуйста, о строительстве завода. Я так понимаю, что строительство начиналось с нуля. Да, этот завод был построен с нуля, так называемый по системе Greenfield. То есть был заключен договор аренды на землю, подведены все коммуникации, был построен завод, завезено оборудование и был он запущен. Правильно я понимаю, что в 2005 году было принято решение о строительстве, и уже через год он появился? Да, закладка первого камня произошла 28 июня 2005 года, и 28 июня 2006 года мы выпустили здесь первую стиральную машину. А вот вообще этот срок, вот для того, чтобы да, наши зрители понимали, год для строительства завода, мне кажется, что это совсем какой-то нереальный срок, это очень мало ведь. Вы правы. Но мы приложили все свои усилия, чтобы достигнуть этой цели, чтобы поскорее начать выпуск продукции. То есть работа была проделана огромная, огромные средства были вложены и финансовые, и трудовые ресурсы. И, как видите, мы достигли хорошего результата. Строительство этого завода – это был первый успешный опыт компании «Бико» по запуску предприятия с нуля в чистом поле. И по результатам этого успешного опыта наша компания приняла решение не покупать готовые заводы в других странах, как это было раньше, а строить заводы с нуля. В прошлом году начались инвестиции в завод по производству холодильников в Таиланде. И в следующем году планируются инвестиции в завод с нуля по производству стиральных машин и холодильников в Иране. Вот когда говорят об инвестиционной привлекательности региона, о динамичности развития области, в числе прочего, всегда отмечают существенный запас энергоресурсов. Это газ, электроэнергия. А как вы, когда пришли в регион, как налаживали работу с обеспечением всеми необходимыми ресурсами? У нас был очень налажен хороший контакт с руководством области, с руководством района. В кратчайшие сроки нам подвели электричество. Даже до того, как действительно началось строительство завода, в кратчайшие сроки нам подвели газ.
То есть все произошло очень быстро. На данный момент какой-то нехватки ресурсов нет? Все устраивает? В самом начале мы заложили инфраструктуру с перспективой. То есть ведь марка Beko, она производит всю линейку бытовой техники. Это стиральные машины, сушильные машины, холодильники, газовые плиты, посудомоечные машины. И, соответственно, у нас здесь площадка 51 гектар. Пока здесь расположено производство стиральных машин, холодильников, но приблизительно такая же территория у нас пустует. Вот. И на этой территории планируется строительство заводов по производству газовых плит и посудомоечных машин. Соответственно, при начале строительства этого завода вся инфраструктура подбиралась перспективой. Сегодня в регионе утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Суть в том, что это должно упростить взаимодействие инвесторов, работу их с исполнительными органами госвласти региона. Я знаю, что когда вы пришли в 2005 году, этот принцип еще не действовал. И в связи с этим хочу спросить, насколько сложно вам было наладить вот эту работу с органами госвласти? На самом деле мы получали громаднейшую поддержку от руководства области, от руководства Кижайского района. Могу сказать вам пример привести. 10 апреля 2005 года было принято решение о строительстве завода. И мы начали оформлять договор на аренду земли. И договор на аренду земли был заключен, зарегистрирован в регистрационной палате уже в конце мая 2005 года. Но, насколько я знаю, обычно 5-6 месяцев вся эта процедура длится. В данной ситуации нам, еще раз повторюсь, очень помогла область. То есть они поняли, что пришел инвестор, пришел с деньгами, может дать и рабочий, может предоставить рабочие места, будут отчисления налоговые, и, соответственно, получили громадную поддержку. То есть вот этих всех бюрократических проволочек, да, на которые обычно очень жалуются, их удалось избежать? Завод построили за год. Соответственно, никаких проволочек не было, все было слажено. Мы сейчас говорим о том, что вроде здесь плюс, здесь все получается. На региональном уровне уделяется большое внимание привлечению инвесторов. А охотно ли на контакт идут вот на уровне муниципальном, вот именно глава города, глава района? Мы общаемся с главой района Киржачского, с руководством Киржачского района, с руководством города Киржача. Работаем плотно, помогаем. Они нам помогают. Хочу привести пример. Мы в городе Кижач поставили детскую площадку, очень большую, в парке. Вот. То есть мы заботимся также о детях наших сотрудников. А с какими еще структурами работаете? Может быть, не знаю, биржа труда вот вам поставляет рабочих? Да, у нас очень хороший контакт с службой занятости города Кижача, со службы занятости города Кольчугино, города Юрьев-Польского и Александрова. И с их помощью мы набираем персонал. А о каких-то трудностях мы сейчас можем говорить? Вот чего не хватает, на ваш взгляд, региону для того, чтобы стать инвестиционно привлекательным на все 100%? Во-первых, вот есть трудность с трудовыми ресурсами, а именно вот в Кижаче и в Кижачском районе. Почему трудности? Потому что от Киржача до Москвы, так же, как от Киржача до Владимира, это 110 километров. И, соответственно, все-таки люди уезжают в столицу работать. И второй вопрос. Это уже поднимается и на высшем уровне этот разговор, и в администрации области. Надзорные органы иногда мешают работать. Отпугивают. Это то, что губернатор называет кошмарить бизнес. Да. То есть с этой проблемой вы тоже сталкиваетесь? Эта проблема у нас есть. Мы сталкиваемся, но все-таки ситуация улучшается. Вот на этот год у нас проверок намного меньше, чем в прошлом году. Но они и плановые, и внеплановые. А как по периодичности можно уточнить, там, раз в год, раз в месяц, раз в неделю? У каждой структуры есть своя периодичность. Например, МЧС проверяет раз в 3 года. Вот. И в соответствии с этим графиком они нас проверяют. Но как минимум в год, 2-3 проверки у нас есть. Вот. И каждая проверка, она все-таки заканчивается на негативе. А какие еще можно моменты отметить, которые мешают работе? Хочется развиваться, хочется вкладываться, но
есть какая-то преграда? Ну вот, до недавнего времени у нас все-таки были проблемы с дорогами. Вот, но в 2015 году очень большая работа проведена при помощи области. Вот именно в Кижраче, в районе, все дороги были отремонтированы. То есть это очень помогло развить транспортную инфраструктуру. Как пример скажу, была отремонтирована дорога от Кижрача до Горьского в шоссе, прямая. Соответственно, сейчас удобнее намного доставлять нашу продукцию. Вот еще такой момент хотела уточнить. В регионе сейчас действуют законодательные акты, регламентирующие порядок предоставления налоговых льгот. Это налоговые льготы инвесторам. Насколько эта мера поддержки эффективна? Или это как капля в море? Нет, на самом деле это очень эффективная мера поддержки. Вот. На этапе строительства завода, на этапе инвестиций это нам очень помогло. И в данный момент мы же постоянно инвестируем в наше предприятие. Наш годовой инвестиционный бюджет около 10 миллионов евро. И, соответственно, эти налоговые льготы помогают нам планировать этот инвестиционный бюджет и помогает нам убеждать наш топ-менеджмент, руководство холдинга о том, что мы должны инвестировать и то, что выгодно инвестировать в наш завод. Так или иначе, какие-то плюсы мы можем отметить. Ну, это не может не радовать. А какие советы можно дать потенциальным инвесторам? Может быть, кто-то раздумывает, сомневается, идти или не идти в 33-й регион? Какие могу дать советы? Нужно не бояться, нужно приходить. Владимирская область, вообще она находится на выгодном положении. И близость к Москве. Вот, и очень много действительно находится предприятий больших. На территории области находится много учебных заведений, то есть Владимирский университет находится, который поставляет хорошие кадры. Колледжи есть. Не нужно бояться, нужно приходить. И в любом случае, я думаю, что все окупится. Ну, согласитесь, ничто так не вдохновляет на работу, как хороший пример уже успешного бизнеса. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы компании вот именно внутри региона? Что мы можем отметить? Сейчас мощности нашего предприятия – это 600 тысяч стиральных машин в год и порядка 500 тысяч холодильников. Вот. В перспективе в течение 2 лет мы планируем установить вторую сборочную линию холодильников и увеличить мощность производства холодильников до 1 миллиона в год. И в течение ближайших 3 лет мы планируем увеличить мощности завода стиральных машин. То есть наша цель в ближайшей перспективе на 5 лет производить 1 миллион стиральных машин, 1 миллион холодильников. И, как я уже сказал, все-таки рассматривается вопрос о строительстве здесь дополнительного завода по производству газовых плит и посудомоечных машин. Ну, я очень надеюсь, что все запланированное сбудется, поскольку хотелось бы от всей души пожелать, чтобы нашему инвестору, крупному инвестору, было комфортно на Владимирской земле. Спасибо большое за беседу. Думаю, встретимся еще не раз.